А как играть, блядь? Сейчас, блядь! Блядь! Как бить? Я бы сказал, но не знаю. Может, блядь! Как всегда. Стоп, а как пробить? Стоп, стоп. Я уже думал, ты в воду шагнешь. Блядь! Палец. Я надеюсь, он мне поможет. О, нормально. А, надо съебаться было, блядь. Здравствуйте, тут небольшая новость. На днях я словил страйк на ютубе, теперь не могу стримить тут 90 дней. Поэтому стримы уехали на твич, ссылка в описании. Меня ты там можешь найти почти каждый день. А самые сочные части стримов монтируются и заливаются 3 раза в день на канал Рандомный Морган. Все ссылки в описании, приятного просмотра. Ты там от смеха это не умри, окей? Ну и лайк он не жалеет. Давай, влепи его до помощней. Эй, йо, ты хочешь изучить парочку приема? Парень, где твои мышцы? Иди сначала. Да сука. Сейчас, главное работать на общее количество, да? На самые главные мышцы, большие, не вот эти маленькие, которые рельефчики дают вонючие. Блять, 160 килограмм, нахуй. Блять. Все, заебался. Подождите, чуть поменьше надо. Так. Давайте 100. Я вот 100 на качалке жал, помню. По-любому жму. До сих пор, смотри. Сейчас. Че там? Блядь. Давайте 80. 80 точно смог. 80 это уже для лохов. Сила, блядь! Один смог, там и второй рядом. Фу, троечка. 4. 5. Мускулы улучшены. Фу, ща. О, легче пошло. Уже все? Так, смотри, я бык, нахуй. Ты где твои мышцы? Да вот, блядь, давай, нахуй. Что, ты, блядь? Учитель-сенсей, нахуй, или моя нога, блядь? Может, вам, братишки, ебальник набить? Ну, сади, нахуй, ну, второй, блядь. Так, возник вопрос. Евлеева говорила, что 15 сантиметров это приговор. Что, если у меня 13? Это что, считается азиатским гигантом? Не, надави на лобок, блядь. Давай. Что за хуйня-то, гравитар? А, ребят, хотел вас спросить, как мне Стасику сказать, чтобы он начал лобок, блядь, уже вырос у меня. Ну просто скажи. Не, я подсмотрел, у него там была снег. Бля. Ну я разок. Меня убили. Один раз был момент, я не рассказывал. Как подмышки, когда брил, ну я брил подмышки. А один чувак не брил. Ну мы идем толпой, он такой: а, небритые подмышки, кому-то то ли из нас, то ли мне. Типа, ой, бритые наоборот. И такой показывает подмышки, типа у него небритые, типа такой: вот, мужицкие подмышки. А нас человек 5 идет, и мы все такие показываем бритые подмышки вокруг него. И такие: у нас бритые. И такие: я во дворе прям орем это. Алло, привет, мама. Ого. Цветочек там нюхать. Мама, смотри, какая милая. Ну да, нехуй цветочки нюхать. Блядь, сука! Что ж ты сделаешь со мной сейчас? Пальчик. Бабка здесь пройдет? Бабка, уходи, блядь, нихуя себе. Дырень у бабки, пиздец. Я так, вот точно не происходит? Знаю, что. Динамит. Мальчик-ваначик. Дробовичком лучше. Вот так может быть. Ну, это можно попробовать, но, наверное, промажешь. Он может УЗИ или ну, битой. Или УЗИ, да, дробовичком. А можно этого не делать еще? Ой, блядь. Джон, держись, Джон. Алло, не улыбайся, куда ты улыбишься, Джон? Я хочу аптечку взять. Чувствую, это плохая идея. Не, нормально. Бля! Ну ёбаный! Пожалуйста, не надо! Хватит! Ой, слава богу! Го, он тебя избивает чисто в углу. Можно 10 лайков? Я не виноват этого паяльника, блядь. Это что, динамит? Да. Аллилуйя! На тебя упаду и тебя взорву. Пора качаться и кушать и качаться. Вот сейчас, подожди, велик отожму. Охуенный велик, мы с бандой на нем поедем, окей? Садитесь, пацаны, один на руль, другой на сидушку сзади. Давай. Ну, бля, ладно. О, видать, все. Ой, хорошо. Шах, бля. Давайте, максимум, 160. 160 это изи. Блядь, все. Ну, всего-то 60 прибавил.
120, блядь. Фу. Это ж я почти столько вешу, блядь. 10 добавь и все. Себя поднимаю, блядь. О, хорошо. Блять, давай, качай банки, гнида. Давай, давай, Сиджей, давай, блядь. Ты качок, блядь, ты видел себя вообще в зеркало. Ты добьешься. Главное, не бросать на половине дела. Дело нужно доводить до конца. Встал с утра, хуернул бицу. Встал, блядь, после нахуй супа. Ебанул присед. Ебанул сальтуху ща. Да, сука, сдался. Блядь. На, нахуй, ебать, это ты боксер? Ну и противник, конечно, блядь. На, нахуй, на, блядь, на, блядь. Да, погнали. Раз, два, один. Ой, блядь, перебор. Ну, надеюсь, это к толстоте не убавит меня. Собираю назад в кулек. Сейчас соберусь, чтобы выигрывать, наколдовать. Надо порчу от себя нахуй убрать. Все, здесь пусть точило у меня будет. Так, нормально. Подожду тут, посижу. Че там, Ань, как? О, нормально, молодец. Если что, я в гараже на кресле. А ну, кто стреляет по Ниве моей? Это вы стреляли по Ниве? Кто, блядь, стрелял по моей Ниве, блядь? Людмиле в лоб. Черт! А, о. Блядь! О, подуха! Я просто себя пиздаю. Бля, всех минирует, летает везде. Да хуй его в рот. Да блин, Никита, не воруй мой план. Никита, отсюда выберусь. Вот так вот. Да ты, наверное, прыжком не сможешь. А сейчас, блядь, сгоняй. Главное не упасть на вас. Блядь, своровал мой план. Я выберусь, смотри. Я выберу. Ого! Маразм. Сейчас я вам... Блядь! Все будет вам. На вода не помешает? А я не знаю, посмотрим. Что я делаю? Куда я делаю? Что происходит? Я сделал свое дело. Я не знаю, как ее управлять. Пусть улетает. Там куски мяса просто полетели. Цвет есть дешевенький? Хочу мужицкий какой-нибудь. Есть мужицкий? Во, кайф. Все, погнал я отсюда. Во-во-во, теперь я как Гомер Симпсон. Целая пицца. Раз, два, 10 пицц, ебать. 10 пицц сожрал. Опа! Нормально, чисто перед сном пожрал. Эй, этот ублюдок хочет удрать от нас. Но я крутой гонщик, как вы видите, поэтому беспокоиться не за что! Так, стой, куда ты свернул? Да подожди, блядь, я тебя сейчас поймаю нахуй. Садись, OG-Lock, все нормально, сейчас разберемся. Блядь, OG-Lock, ну что за говно, OG-Lock, блядь. Ой, блядь, это как было? Вы видели, что было? Вы видали, что было? Он владеет какой-то магией, нахуй. Вот, блядь, да как так-то? Кто-то едет. У меня тут враги, ребят. У меня враги тут высадились. Меня сейчас убьют на кухне прям. Как моего отца. Неправда. Блядь, сука, я его убил, тварь. Так. Ты можешь сканировать местность. Ой, хорошо, фуга. Нормально. А он инвалид, смотри, у него ноги нет. У него это протез. А, да, реально. А, это скин такой прикольный, кстати. Если что, про инвалидов мы осуждаем. Мы же хорошие сказали. Мы говорим, круто, вообще кайф нога говорим. А, так мы реально его убили. Это факт. Вот в игре так, это игровой момент. Ну да, да, это игровой инвалид был. Ля, тоже хочу так. А чё у меня не открывается? На, блядь, сука, по жопе. Я тут парашу люблю чистить. Куда едем, говорите. Езжай в завод и там хуйнём. Вот в этот, да? Давай, короче, в главный вход прям. Сейчас. Типа на стрелу заехали. Сейчас, подождите. Чё тут, нахуй? Чё тут, блядь? Никого. 3, 2, 1. Ой, да ладно, я не обиделась. Да, и совсем не обидно тоже. Не, не получится, да. А дырка там на ним, смотри. Про это я и говорю. А, дырка, там дырку, да, потекло. Глядите, Володя бьют хвостом по его животу. Ой, пока Володя. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, пока все. Уже два персонажа осталось. Артём там спрятался.
Ой, я жив, почти. Что, у меня последний червяк. Смотри на меня, скажи мне последнее слово. Да, блядь, чего вы все на меня напали? Это я такой говорю, ща я затащу, и мы идем смотреть аниме, и меня просто все отпиздили. Я ж посмотрел его. Поэтому ты хочешь... Эй, Джон! Аниме отменяется. Так, вот. Ого, да, не так же жестоко с собой. Не понял. Что? Это жестокий план. Эден на минах взорвется. Я тебе взорвался, а вы говорите. Блядь! Блять, промазал. До свидания. Я не хотел. О, нормально, нормально. У меня уже есть две гранаты. Одна тактическая, другая психологическая. Ого, это как? Которую кидаешь и шумит она? Да, да. Забегайте в этот дом. Так это не тактическая, да. Психологическую кидаю. Бля, и там граната такая. Бля, зона. Я пошел, ебало бью. Бью. Вот, тут нормально, ребят, мы в зоне. Может, я ему ебало набью? Да я набью. Все, пошел бить. Ай, блядь, они сильные, сука. Блядь, бать, меня растворило там. Один, подними нас троих. Нормально, нормально. Стойте. Да куда тут камни? Вы как какие-то, блядь, черви. Да, они всей командой выжили. Ой, куртка кожаная, сука, я такую же хочу. Вот, модный тигр, смотри. Вот это тоже охуенный чувак. Это все один и тот же, да? Это реально, да, здесь один и тот же? Да, один скин этого, Егора. Чисто пати Егоров летит. Спасибо за просмотр. Подписывайся на канал, ставь большой пальчик вверх обязательно. Там колокольчик нажми, используй бота. Короче, ссылочка на него в описании. Он будет оповещать тебя о роликах или стримах прямо в личку ВКонтакте. С вами был Морган, до новых встреч!